Здорово! Ты ничего себе, он рутой на меня вот так сделал, вот так бодрище, и все просто. Всем hello, дорогие друзья, с вами я, Вомиронов. Ладно. Короче, всем привет, да. Опять же, это я, Вомиронов, и... Вы не поверите, на во что мы с вами будем играть. Мы с вами будем играть в Дигдат. Да, ребята. Тот самый Дигдат, тот, что и Дзе. Но вопрос почему? Потому что вы не поверите, но в нем вышло обновление. Обновление в Дигдат, тот, что и Дзе. Раньше время обновления Mario 85. Обновление сегодня то, что и Дзе, правда, на фейтвэ. А сейчас обновление в Дигдат, тот, что и Дзе. Я удивлен. Второе, чем в обновлении... Что-то добавилось, добавились какие-то новые эффекты, добавились новые звуки, новые эффекты, и даже новый секрет был один добавлен. Но я не знаю, что за секрет. И, во-первых, также начнем. А еще также изменено. Тут вы, кстати, можете слышать, у меня на улице полиция кого-то ловит, я не знаю. Да, то есть машину пытались обокрасть или что-то. Задрал дверь. Дигдат. Ну что ж, ребят, не будем медлить, погнали. Что? Я поймал? Не бой. Опять же, двор Дигдат — это Дэнди и Дран, но можно сказать, не обновление, да, 2.0. Но здесь вроде все то же самое. Ой, себе жизнь прибавил. Все. О, Дэд. Смотрите, теперь тут не Дэдди, а Дэд. Папа? Папы что? Папа? Здесь тоже было по-другому. Раньше там были звуки такие, а тут теперь... А тот ошиб, да, но ошиб вроде то же самое. Кстати, тут у меня Дигдат дата. Тут у меня уже все введено, но она у меня почему-то не убирается, ну ничего страшного. У меня тут сразу почему-то принимается без ошибки, но ладно. Дигдат. Ну, поняли. Стас, без ошибки у меня почему-то сразу же прибавил. Тут можно играть. Тут, кстати, были удалены три уровня черные, которые надо искать персонажа этого. И там все серые травмы. Это, во-первых, три уровня были удалены. Первое, это, конечно, то, что мы видели новое, это вот новые, можно сказать, звуки и эффекты. Эффект, чтобы мышца двигалась, он все еще есть. Так, офигеть. Player One ready. Конечно, я ready.
Почему я этот надувал? Я же другой надувал. Кстати, о, знак вопроса. Нет. Да я хочу убежать от них. Они что, все за мной следуют? Пошли в жопу. Не видите, я топаю. Но у меня жизнь пробавилась. За 4000 что? Ну давайте теперь поубиваем. Кстати, они трубы это истетают, если вы заметили. Ты не Роберт. Но если ты хочешь продолжить, пожалуйста, найди меня S. Пожалуйста, найди меня. Тут, да, что, тут добавилась новая фраза под названием добавилась фраза под названием «Пожалуйста, найди меня». И еще, кстати, он говорит, использовал имя моего компьютера. Ладно. О, что-то новое, смотрите. Help me. 44, то что 40, то 482 547 33 миллиона 201 263. Найди меня. Минус 69. Гениальное число. 85 241. 17 835 647. Ё-моё, это какие-то координаты, ну ладно. Это новый уровень, ребята, новый уровень. Это ад, написано из схел. Да, ребята, вы не поверите, но тут добавлен новый уровень. Вот он. Я вижу дроп. А, могу, кстати, за этран уходить. А, нет, не максимально. Тут добавлен новый один секрет. Интересно, что за секрет? Может, новый танцов-то? А фит его знает. Ну, ну, тут классный новый уровень, просто тут надо встать. Тут, кстати, лицо видно. Там, да, там лицо-то тут это видно. Ты кто, чел? А, это тот. Не бойся. Я не собираюсь причинять тебе боль. Я просто хочу твоей помощи. Я просто хочу вернуть свою семью. Ты все еще не понимаешь, не так ли? Да, я тебе помогу. Короче, после этого должен появиться браузер или опера моя. Неважно что, браузер или опера. Но, короче, что сейчас должно появиться? Да, кстати, у меня антамод. Антамод это у нас, если вы не понимаете, мне лунчит из проклятый омлет попадался. Там есть такой фан. Смотрите. Дом, новости насчет меня. Роберт Ручам из такой-то. Ядра. Так, он создал мне страницу такой-то. Это, по-моему, не в этап Play Life, нет? Ладно. О. Это страница, которую я создал для тебя. Объяснение, анализирование и понятие. Это кто я на самом деле и что произошло со мной. Тогда ты поймешь, возвращайся в игру. Новости. Новости насчет моей вины. Здесь все началось. Да, смотрите. Господи, это что за тортинки вот такие? И что за тот американский ютубер такой-то? То есть, вот это ютубер, президент. Господи, президент. Да, мы, ребят, помните эту страницу, там, где, короче, тогда эта машина сбила мальчика 8-летнего или 9-летнего, папа его. Не помню, ладно. Насчет меня. Это кто я? Сейчас. Блин. Это я. Это кто я? По крайней мере, был таким. Я был отличным, прямо так мой папа. То есть я учился так мой папа.
Мне кажется, или это имя, это будто не в реальной жизни было. Это не ИИ дел. Если что, ИИ это у нас... ну, короче, не Россия создал. Роберт Рутхамес. Рутхамес. Что значит Роберт? Это мой отец. А, это его отец. И вот эти волны, это его отец. Отец. Я не помню его лицо почему-то. Но он был хорошим человеком. Он заботился обо мне. Он работал над видеоидрами популярными. Но я не могу вспомнить насчет него. Я не могу ничего про него вспомнить. Убил ли он меня? Если да, то почему? Я хочу вернуться и узнать все больше. Идра. Это был любимый проект, который создали разработчики. Специальный PC-порт классический идры Дигдат. Это была моя любимая идра, и отец мой знал. Он хотел сделать это реально специально для меня и сделать это фантастически. Ну, короче, что-то, видимо, поймало меня в этот путь. Идра была, я не знаю, как это переводится, до того, как мой отец был, еще недолго работал. Я нереально завидовала, типа, я понимал, потому что здесь было. По крайней мере, я застрял здесь. Мне нужно выбраться отсюда и узнать, если в порядке ли он. Но все, мы все посмотрели. Ничего с новостью. Кстати, игра сделана с помощью Unity, если кто заметил. Так, Nento 1982-1985. Компания Nento. Все права защищены. А я так бы и не говорил. Так сейчас были другие звуки. То же самое, но другие звуки. Ты понимаешь теперь? Они взяли мою жизнь. Они утратили мою жизнь. И следующая вещь, что я знаю, я застрял здесь. Я застрял. Короче, там я хочу свалить отсюда. Я хочу выбраться отсюда, чтобы увидеть мою семью снова. Я думаю, я нашел что-то, что поможет нам. Глич, который уничтожает игру. Если ты сможешь помочь мне, ты сможешь освободить меня. Я подготовил этот свой уровень полки для тебя. Убивание, а что, в принципе, достаточно. Это достаточно, чтобы сломать игру. Должно быть это сложно для тебя, правильно? Убей путу, и я буду свободен. Короче, хотел объяснить, что вот эти новости, которые нам сейчас прислал, тоже были новые. Нам в прошлый раз просто новости я прислала, а это, ё-моё, целую, не знаю, страницу. Спасибо тебе. Это что-то новое. Окей. Так. После этого, по идее, у меня должно быть утро-трашница. Ладно. Здорово! Ты ничего себе, он рутой на меня вот так сделал, вот так. Бутылище и все просто. Офигеть. Плохой танец. Нажмите R, чтобы перезапустить игру. Ребят, он в прошлый раз головой ударил утро, а теперь он рутой так боксер. Офигеть. Ладно. Я перезапустил игру. Сделал с помощью Unity. Так, и теперь игра начала все заново. Ну вы поняли, короче. Что мы сейчас увидели новое? Мы с вами увидели новое, во-первых. Тогда там написано папочка, там были уже другие все. То есть в папочке было изменено. Это во-первых. Во-вторых, кстати, с ошибками, с блокнотом было все то же самое. Я там на ютубе рассмотрел этот момент, там то же самое было. Три уровня, в них трофи стетал, в них ничего не изменилось. Фраза, которая там говорит, ты не Роберт, но если ты хочешь продолжить, найди меня. Там добавилась новая фраза. Дальше. Кстати, предупреждение вроде что тоже добавилось. Ну, да, вроде что добавилось. Дальше в третьих или в четвертых, короче. Были удалены три уровня, которые надо избавиться от врагов и найти его. Вот. А потом после этого появляется уровень, где у нас появляется сзади нас или где-то еще. Ну и короче, вот так вот.
Ладно. А еще мы теперь увидели то, что там делал Итран, начинает вот это бру-бру-бру-бру. Там звуки были другие. И Итран ломания теперь тоже изменился. Теперь он не ударяет своей головой, а своей рутой. И тут теперь, кстати, другое лицо. Да. А еще после того, как сказал thank you, типа спасибо тебе, он там говорил не вот это просто, а вот такой. И он еще там рот отрывал тот 3D. И после этого дворя, между прочим, и дра стала. Ну понятно. А теперь давайте сделаем на нейтральную танцовку, потому что я хочу увидеть тоже там что-нибудь изменилось ли. На сожаление, мне придется сделать все заново. Я встречу с вами тогда, тогда я. Ну, для вас сейчас это пройдет, а для меня сейчас я буду проходиться. Встречься там, где надо убивать буду. Кстати, совсем забыл сказать. Тогда я говорил то, что такие там изменения, такие были удаления и добавлено. Я забыл сказать, что вот, да, Таня же, вы не забыли, что тут новый уровень. Типа, классный такой. Но это не секретный уровень, это обычный. Просто новый. А что делать с дропом? Ничего? Ну ладно. Не так должно быть сложно для тебя, правильно? Убей путу, я буду свободен. А не пошел ли ты в жопу, а? Я просто не хочу. Тут, кстати, да, стены нельзя ломать, а то вы помните. А, и вот. Я могу что-нибудь тронуть, не знаю. Что-то не так. Ты что-то дольше старый занимаешь время. Ты должен мне помогать, забыл? Ты не хочешь мне помогать? Ты не слишком долго это делаешь. Может сказать, слишком больше, чем я думал. Ты делаешь больше, чем я думал. Я не хочу ждать больше. Убей путу. Сейчас же. Смотрите, Итран дергается. Я думал, что ситрех та-та-та это есть, я не знаю. Упс. Что не так с тобой? Почему ты не помогаешь мне? О, я понял. Мы это уже сделали, не так ли? Я могу просто сказать по твоему лицу. Ты уже знаешь, что произойдет. Ты что, хочешь умереть очень плохо? Я тебе могу с этим помочь. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Ой, Итран изменился. Ничего себе. Он меня на рабочий стол прикинул. Он меня на рабочий стол перекинул. А почему у него рута вылезла из рабочего стола, если я его даже не освободил? И тогда я бью этих, у него зуб, ну, вот, короче, он анимацию изображает. Драконы теперь появляются. Вот сейчас будет уже сложно, я думаю. Кстати, я заметил, что здесь изменилась только типа анимация, так я его побеждаю, типа он вначале делал, трутился все время вот так, разбивал Итрана, а здесь он просто вытащил меня из игры и посел на рабочий стол. Вежливо. И теперь он мне. Блин, я проиграл, ничего страшного. Теперь он дергается, а он теперь вот так вот дубами своими и лицом. И. Да еще и муз-то изменился. Ну давай ломай опять, я готов. Спасибо! Но зато в обновлении, помните, сам первой версии игры можно было нажать на пробел, чтобы заново сделать. И хорошо. Да, нажать на пробел, чтобы заново. И хорошо. Погнали.
Ох, блин, это было близко. Ничего себе, вы видели? Все пропали. А драконы остались. Ой, сейчас хард-мод будет. Дяде не надо. Дракон абсолютно везде. О, победил вроде. Он дергается. Что ж. Ты победил, ты выиграл. Что ж, походу, я тебя недооценивал. Ты сделал это, ты подал это сначала. Теперь здесь ничего, что мне сказать. Я отпущу тебя, пожалуй. Но, во-вторых, не думай, что это означает конец. Ты только меня чуть-чуть замедлил. После всего, мои файлы все еще там где-то. Я кому-нибудь еще спрошу помочь мне, что провалиться. И тогда этот день настанет, я освобожусь. И здесь ничего не будет остановить меня. Так что встретимся мы однажды снова. Эс. И опять он имя моего компьютера использовал. Game over, игра, точно. Нейтральная танцовка. Игра создал Фалонсо. Спрайты были созданы Blood Squirrel и Super Just Tears. Оригинальные звуки создали Nento, Soryu, Blood и SoundSnap. Most of Bossy создал Stash Club. Лицо с вирусом. Лицо создал человек, который еще не вышел, точно он. Ничего себе. Веб-сайт, который была создана страница World of Древний Стоштатон. А, это не в этап Play Life, а я думаю, ну что-то похоже было. Ну ладно. Нажмите на E для дробных благодарения, можно сказать. Друзья и тестеры. Сани Маунт Денис. Парень, человек, который сделал эту идею. Луиджи Кит. Спасибо всем, кто проводили все это время, играли в игру со всеми танцовками, прошли игру на все танцовки. Ваши поддержки — это то, что делает много остальных игр благодаря мне. И я надеюсь, в будущем я создам когда-нибудь магазин, дам вам футер. Не знаю, это футер переводится, ну, короче, вот так вот. Спасибо за то, что поиграли. Нажмите R, чтобы перезапустить игру. Ну вот такая, ребят, была игра Дигда. Кстати, вы не забывайте, что здесь есть и хорошая танцовка. Но вы еще так же сами не забывайте, что хорошую танцовку я выполнял не сам, а с помощью ютубера. Знаете, кто? Правильно, Винди. Я смотрел на реакцию на Винди, так получать хорошую танцовку. А то я тогда Дигда играл на Оле, на ноутбуке, у меня там файлы, я не знал, как пользоваться. И теперь знаем. Кстати, такими файлами я еще пользовался Мистер Томатос, Миссис Лимонс и так далее. А также несколько игр FNAF пользовался файлами. Ну, на этом все, ребята. Я... Ну, вы не это... Сейчас. Я... Да, блин, потом сказать.
Я про эту игру еще буду снимать. Про это обновление 2.0 я еще сниму, но только тогда я узнаю, как получить хорошую танцовку. А еще вдобавок я попробую узнать новый секрет, который тут добавился. Может, новая танцовка. Ну, не знаю, тут новый один секрет был добавлен. Пасхал-то, можно сказать, было добавлено. Ну, а на этом все, ребята. Всем удачи, всем пота-пота. А вот,